дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа, а это Рафт. И мы продолжаем рафтить в этом замечательном мире. Мы в прошлой серии приплыли с тобой к новому сюжетному острову. Так, и знаешь, что меня смущало? Там самое такое важное, что я тебе хотел сказать. Меня там кое-что очень сильно смущало, я тебе сейчас покажу, что. Так, картинка, звук, запись, все нормально. Вот. Вот эта штука. Это что, это просто чайка? Думал, это какая-то страшная птица. Вроде как просто чайка. Так, чё, тут, в принципе, суп почти готов. Давай еще один суп сделаем. У меня есть на него рыба? Да, вроде да. А, вот это вот есть. Две картошки. Глиняная миска. Чик. А, готовить. Так, и здесь нам чтоб еще глиняную миску нужно сделать. Глина. Кто бы сомневался. Так, а давай что-нибудь, не знаю, парочку акул съедим. Опа, хорошо. Сейчас это еще доварится, еще эту похаваем. Медик. Медик надо. Медик сюда. Топливо. Он почти полный. Но это топливо оставим пока. Вот здесь вот. Радио, вот это вот. Так, ну копьёшко с собой возьмем по-любому. Бутылочку эту оставим. Давай, набирайся. Выпили, все, и погнали. Водичку попили. А где водички набрать? Водичку набрали. Копишка запасной. Вот этот хлам здесь можно пока оставить. Листья, листья. Пластик. Это ладно, пусть будет. Тут просто спуститься можно быстро. Ладно, нормально. Эй. Так, ну чё. Для зарядного устройства. Туда нельзя. Тут ничего нету. О! Не, нельзя. А это что? Кактус. Тоже нельзя? Тоже нельзя. Декоративный кактус. Это что? О, нифига тут. Нифига тут исследовать и исследовать прям. Это что? Картоха. Похаваем. О, тут что-то... Подачу воды, наверное, надо, да? Там вот что-то есть. Но тут вода как бы, как будто бы туда наверх выходит. Так, ну ладно, мы туда сейчас доберемся. Надо еще снизу все исследовать. О. Блин, ну камень иди в жопу, если честно. Нахер отсюда. Камни собирать. Так, ну пойдем повыше теперь. Подожди, подожди со своим выше. Еще камень. Нахер. 20 штук камней. Вижу еще.
Запарили эти камни. Ладно, ладно, пусть будет. Картоха. Дофига все, блин, надо бы фонарик сделать себе налобный. О, медь. Это надо. Кокос. Кокос можно скушать. Картоху оставим, ладно. Шарниры. Прикольный лутик, хороший. Научный журнал Детта засекречено. Мама говорит, нужно записывать мысли, чтобы они закрепились. Вот и пишу. Город Караван — это склад посреди воды. Тут хорошая земля, можно выращивать свиней на убой. Можно рыбачить, выращивать овощи, одна беда — гиены. Но обычно они дружелюбны. Мы приплыли на лодке, а вместе с вами половина нас приняла, потому что мама у папы хорошие сварщики. Про меня говорят одним ртом больше, но я-то им покажу. Проблема в том, что вода поднимается. Так, а что если просто убрать воду? О, пчелки! Ё-моё, так это надо сычочек взять. Это пчелки? Стрела. Так, давай фонарик сделаем. Я очень плохо вижу. Тебе на ютубе, наверное, вообще еще хуже. Потому что ютуб еще и затемняет. Так, фонарик. Батарейка. Пластик, медный слиток. Медный слиток, пластик. О. Очень быстро садится, блин. Я прям увидел, как она начинает садиться. Это так печально. Так, стекло, шарнир. Бим-бим, бом-бом. Это сюда. Стрелу сюда. Ну давай, ладно. Раз уж на то пошло. Так хоть видно более-менее. Хотя вот луна вышла получше стала, кстати. Сачок. Не взял сачок. Зачем я не взял сачок? По какой такой причине? Нахер иди. Так, надо его собирать все. Вот. Сачок. Цветочек. Не понял, что это за звуки были. Ну, одевай. Так, сачок есть. Все, можно потихонечку выше подниматься. Ну давай ты. О. Так, иди сюда. Ау. Зато 4 пчелки есть. Так, она выше, походу, нельзя было, да, так просто? Здесь я был. Тут я тоже был. О, труба.
Че надо? Зачем я это делаю? Пока не понял. Так. Блин, очень дофига всяких ресурсиков. Но ничего как-то ключевого пока сюжетного я не замечаю. Просто вижу кучу всяких ресурсов. С одной стороны, это, конечно, прикольно. А с другой стороны, как-то ну так себе. Прям так себе. Так, ну вот эта труба. Туда она идет. Вот тут она наверху еще есть. Вот она, да. А в нее как-то воду подать надо, наверное, или что? Не особо понимаю. Дождей тут нет. Если вы подумали, что можно дождаться дождя, дождей тут нету. В чем прикол, пока не ясно. Но то, что много таких ништячков, это, конечно, прикольно. Особенно... О, биотопливо. Особенно здесь, я смотрю, любили жареную картошку. Весло нахер не надо, спасибо. Так, здесь я был. Пойдем выше. А, во. Ну, как понять, вообще долетает, куда надо? Научный журнал Детта. Сверхсекретно. Сандра говорит, что идея с водой, с водяным насосом не работает, потому что в колодце не хватает места для воды. А еще сегодня начали жаловаться мной, потому что слишком... Я спрашиваю, почему нельзя улететь на другую планету, где нет воды. Папа только посмеялся, но Санджей показал нам снимки, которые подали мне гениальную идею. Санджей хороший. Так, там наполнилось? Не наполнилось. А почему? Нихера не понимаю. Палки с этими водами. Так, погнали. Здесь... Вроде попадает. Либо здесь кривовато. Во, наполняется сейчас. Что-то почти поднялось. Детали для зиплайна. Ау. Зиплайн, это ж подожди, это по веревке, который скатываешься. Это такая штука вроде. Ничего себе. Однако, здравствуйте. Так, а как вот, вот туда можно попасть? Вот в эти домики как попасть? Ага, вот здесь, да. А я здесь был. Вот здесь не был. Опа. 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 Блин, то, что много всяких ништяков, это, конечно, прикольно. А здесь я уже не был. А, был. Чего вы начинаете? Был.
Так, ну все, и нам осталось только вот туда дальше идти. О, чактель. О, хорошо. Так, давайте вот эти теперь осмотрим. Я так понимаю, здесь в принципе много чего везде разбросано. Так, камушки, говнямушки. Картопля. Камушки, картопля. Ох, смузи. О. Отсюда. Тут у нас что? Так, а нафиг мне фонарик, снимай. Кокос. А где они тут кокосы берут? Тут какая-то, знаешь, пустыня, такое ощущение. Даже не пустыня, а степь, я не знаю, что-то типа того. Еще смузи. Да что ж ты будешь делать, а? Можно прям отпиться. Еще копье. Доски, медь. Слушай, ну это прям хорошо. Это прям все очень-очень приятно. Уже новая часть города. Давай сходим, выгрузимся. У меня полный инвентарь. Три биотоплива. Офигеть. Это очень круто. Это прям очень хорошо. Эть. Тихо-тихо, акулка. Так, снарягу сюда. Где? А где? Не хавай. Саня, ну ёб твою за ногу. Докопался, а? А давайте пластика немножко. Два же надо, три. Три. Долбаный Саня. Подгрыз кусок жопы. Так, сюда. Тут все. Тут у нас сюда. Сюда-сюда. Доски мы оставим. А, шарнир. Шарнир еще. Так, сюда-сюда-сюда-сюда-сюда. Вот это все пока что. Блин, похавать бы сделать еще. Это же маленькая. Да. Так, две рыбы. Две картошки. Чик-чик. Чик-чик. Погнали. Нет. Вкуснее сосоты. Так, воды набрал. А вот это надо, кстати. Это надо вот так вот. Чик. Чик-чик-чик. Как удобно, боже мой. Просто великолепно. О, еще биотопливо. 5 биотоплива, это прям офигенно. Так, давай, набирай, поел и погнали. Кто-то чуть качает нас. Как сказать, чуть-чуть. Нормально так качает. О, здрасте. Проплыла такая вдоль плота. Типа никто ничего не заметил. Ну давай. Кашу варили, мы наварили. Отлично. Ну, собака там, как акула может съесть жопу. Так, пойдем выше. А что, подожди, а. Дальше нам вот тут подниматься. А! Хорошо. Так, и сюда. Тут же я везде. Подожди, я тут не был наверху. Я что-то вообще проморгал, что здесь можно наверх подниматься.
Как я так проморгал этот момент. Так, все сюда. А! О, а! Эй, а! Еле вылез. План. Кокос. Кокос. Тут у нас что? Что-то они вот все живут, я тут не знаю, не понимаю. Где? О, что это? Бульон из головы. Страшно, но сытно. Нифига себе. Действительно страшно. А, это же из рыбки это, ёб твою. Это... Подожди. Вот так вот. На фоне плиты. О, теперь я повар, ля. С рыбкой. Супчик. Это из рыбки, которая это, понял? Которая пердежная, подводная. Так, мы ее попозже схаваем. О, ящик. Болты, шарниры, блин, тут столько ништяков на самом деле. Еще бульон из этой головы. А это что? Сюда никак нельзя? Алло. Видимо, нет. Очень много ништяков, прям приятный остров. По сравнению с прошлым, что мы были, это вообще кайф, а не остров. И, кстати, почему-то пока ни мобов, ни врагов, никого нету. Странно. Так, ну тут я везде, да, посмотрю? А как, подожди, стой. Стой, а что он там закрыт? Так, это я туда опять не добрался. Какой? Вот он. Почему закрытый? А-а-а. Я идиот. Ну, точнее, просто невнимательный человек. Все нормально, мы там были. Это нормально. Идем дальше. Так, что, давай сразу сюда. Он заколочен, нельзя. Ну, блин, пипец. Там, наверное, столько... Ой! Ты кто? Курочка! Ля-ля, флекс-флекс. Слушай, а их же, наверное, ситкометом ловить можно, да? Надо будет поймать. Юрочка, эй. А это надо какие-то ограждения будет же делать, чтобы они не убежали, там не выпали никуда, да? Так, не уходи, Кюрочка. Ну, елки-палки. Подожди. Не уходи. Ну, Кюрочка. Я хочу на превьюшку ее взять просто. О! По-моему, отлично. Ладно, разберемся. Не буду вас больше мучить. Так, идем далее. Вот сюда вот, что у нас? Эть. Так, ништяки. Еще ништяки. Еще стрела железная. Стрелы, походу, не просто так туда раздают. Намеки такие делают. Все, сиди, Кюрочка, я тебя не трону. Я потом приду с ситкометом и заберу тебя с собой. Заберу тебя с собой. Точно, Кюрочка. Слышишь, пек-пек-пек, говорит. Так, мы картоплю, мы съедим. Она мне, потому что мешаться только будет. Еще деталь для зарядного устройства. Этого у нас. Где детали? Деталь для зиплайна. Хорошо. О. Журнальное приключение нет. Папа говорит, что нам пора отчаливать. Мама становится хуже. Я слышала, как этот чужак Уов привык еще там. А еще дело, как они загоняли гиен в клетки. Синджи помогал оценивать плоты от скал. Я спрашивала доктора Хенрика про маму. Он сам выглядит больным. Сказал мне держаться подальше от свиней и Олафа. Санджей говорит, он напуган. Санджей умный.
Хорошо. Держимся подальше от свиней и олафа. Запомнили? Закрепите. Эть. Нахер я сюда залез? А, есть. О, биотопливо, не зря старался. Так. Опа. Не ожидали? Я вот так могу. Так, Кюрочка. Все, Кюрочка, ты не балуйся, я дальше пошел. Здесь я вроде все утонул. Вроде да. Еще биотопливо. Боже мой, райский остров. И накормят, и напоют, и биотопливо надавали. И еще биотопливо, да ты гля, а. Одни кайфы. Так, сейчас, секунду. Я вернулся. Отвлекли меня на секунду. Стекло. Ля, ну ты смотри, мы можем сейчас вот так вот. Ой, попющали. Ого. Ой, випели. Ой. И дальше исследовать. Ой, песня. Фонарик, жалко, сломается быстро. Уже почти сломался. Ламмерс. Господи, курица. Легумес. Брэдбак. Бак. Это, короче, типа это, торговая площадка, да? Такие магазинчики там тому подобное. Ну, слепла ты, прости, тебе пипец, конечно. Магазинчики, да? Что у вас тут есть магазинного? Тут я был? Да, блин, тут все дома похожи, я запутался, где был, где не был. Ой, еще смузи, ну ты гляну. Ой. Песня. Доски причем. И хлам, и сок лиан, и картофелина. Так, это что? Еще свеколка. А это что? Бобы. Что пишут? Морское единство. Индонезия, плавучий город. Индонезийский плавучий город. Затопление Джакарты вынудило местных жителей построить плавучие города из дрейфующих кораблей и отправиться на поиски суши. Живем как можем, заявил Путри. Один из первых жителей одного из живущих городов отвечает на вопрос наших корреспондентов об условиях жизни. Эти поселения предпочитают по течению быстро растут, что вызывает опасения со стороны береговых властей. Морская угроза растет, как сегодня утром начал обращать министр иностранных дел. Что это? Несмотря на опасность, многие считают плавучие города неплохим решением. Недавние слухи вокруг строительства башен убежищ в южном полушарии только усиливаются. Напряжение мы оба бы... Кюрочка, а что это было? Кюрочка. Что это за страшные звуки? Не в курсе? Ай, блядь, да что такое? Что это нахуй такое? А, ебать, гадза! Ах ты падла! А как залезть? Это текстурка, я не могу по ней залезть. По этой тоже. Вон ля, там и порося, и вот гад залетит. Но для нее нужен лук. Я так понимаю. Сейчас пойдем делать лук. Так, ну тут мы все долутали. Вот сюда я не понимаю, как подняться. У кого есть идеи, можете озвучивать. Лестниц тут нету. Ну и ладно. Пойдем лук делать, а то это пипец. Она ж меня съест. Она тебя сожрет. Фонарик почти сел, хрен с ним, пусть уже ломается. Тихо.
Да ты чё? Плот не ломай, собака. Ах ты собака такая. Ля-ля, и это такая в крысу, живет, пока никто не видит. Так. Лук. Отлично. Стрелы. Давай, хрен с ним, блядь, такие обычные. Так, ну шо ты, собака? На. На. А! Что, думаешь, я тебя испугался? Немножко. Где это гадза? На, собака. На. А-а-а! Больно. Так, подожди, ладно. Сейчас мы все раз... Не, сейчас все завалю, а потом все раскидаю. Где она? На! Шо ты, гадза? Шо ты можешь? Перо, перо, сырая корочка. Голова! Голова крикуна. Ля! Ля, голова. Так, ладно, лампочка сейчас сломается все равно. Я пока это все раскидаю. 5 болтов, охренеть. 7 шарниров. Прям хорошо. Так, сюда. Сюда, сюда. Пёрышки. Тоже пока сюда все. Это сюда. Так, лук я пока возьму с собой, стрелы пока положу, наверное. Нет, не вот эти, вот эти. Железные. Смузи может выпить, конечно. Не надо. Не, а тут есть. Так, ну-ка, голову мне. Ля. Ля, что за мужчина? Ну-ка. Ля, что за мужчина? Повелитель чаек. Повелитель чаек. Вот так вот надо. Так, так не видно. Да, вот это я понимаю, мужчина. Что там у нас по времени? Нормально еще все. Так, ну что, погнали дальше. Птичкой разобрались, которая... Ай, сейчас акула за жопу укусит, нам мешала. Блин, а нафига я ее взял? Ну ладно, пусть будет. Погоняем с ней на голове. Очень непривычно, правда. Можно вот здесь подняться. А чё, я не поднимаюсь тут? Я не знаю, чё я тут не поднимаюсь. Тут уже не получится, по-моему. Нет, ладно. Ну, птичку я четко застрелял, конечно. Белоглавый пукан, или как его там, пукан. Юрочка, твой кент был. Он все, смотри, с тобой такой же будет, будешь выпендриваться. О, мид, мясо, ля. А я тут не был. Дайте мясо. Ну не, картоха это не мясо. Что-то вы меня обманули, по-моему. Опа, камушки. Обожаю камушки. Так, а как бы нам... Как бы нам повыше... О! Во. Так. Эть! И никто ничего не заметил. Никакого мошенничества, просто магия. Еще 2 биотоплива. Офигеть, ты понимаешь, как это много? Это прям дофига.
Шарниры, слитки. Я не могу, что за кайфы? О, еще, кстати, для зарядного устройства. Так, ну что, надо вот туда идти. Майор это мэр вроде, да? Переводится. О, что-то есть. Хлам, пластик. Давай возьмем. Блин, он туда бы наверх попасть, конечно, но я не понимаю, как, честно. А тут вроде все лутанули. О. 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 Так, ну что, пойдем сюда. Это у нас кто тут живет? Ля. Крюки. А, зиплайновские крюки. Прикольно. Обращение к крафтерам. 17 мая, 5 черновик. Почему вы, как вы думаете, почему я, Олаф Пикстром, покинул погрязший в пороках город? Потому что там рабочий класс не пускали на борт. Я был возмущен. Получается, элита переживет апокалипсис, а остальные нет. Мы должны силой заставить их делиться своим богатством. Проекта? И кто же их заставит? Правильно, величайший рафтер нового Южного моря. Вы, захватите Тангаруа, верните себе будущее. Понял. Так, три детали на зиплайн, а у меня одна. Что мне делать? А я могу вот эти просто взять зиплайны, нет? Видимо, нет. Вот, допустим, туда я в теории могу допрыгнуть. Благовония, свечи всякие. Так, хорошо. Где же мне детали взять для зиплайнов ваших? А, вот, тут могу перейти. Но здесь, наверное, они и лежат все. Что-то, что-то, почти. Научный журнал Дэйто о чудовище. В городе появился чужой, какой-то Уолов. Папа ходит на его собрание, детей туда не пускают. Зато ночью что-то там по корабль. Я подумал, что может быть легко, но Уолов на борту не один глиток в плитках, больше крыс и огромная гиена. Они такие злющие. Сан даже нашел записки и говорится, а что там Сан считает, что Олаф злодей. Я, наверное, согласна. А где еще? Я слышу еще. А это... О, а что это? Семечко дадут? Семечко не дадут, да? Больно? Нет, не больно. Ля, кёзлик. Еще и кёзлики есть. Журнал эксперимента это попытка 733. Взрывной порошок. Папа помог мне со сваркой для ракеты, а Сандаш принес фейерверки, чтобы ее запустить. Папе пришлось извиняться перед всеми за взрывы. Не понимаю, это же простой запуск. Было бы из-за чего волноваться. Если бы Сандай не помог мне бы потушить пожар, у меня было бы забрали инструменты. Молодец, Санджей, помощник. О, вон еще какая-то штука. Взрывной порошок. Бля, как его добывать? Что за взрывной порошок такой? Или его найти надо? Хм. Так, ладно, взрывной порошок. Запомним, кто такой нужен.
Подожди, давай сюда сначала. Ой. Блин, остров большой. Больше, чем... Ну, именно исследовать нужно больше, чем на том, который мы были на самом деле. Я что-то думал, он типа, ну, побыстрее мы его исследуем. Но мне кажется, мы в эту серию даже не уложимся. И, походу, это правда. Веревочки. Ать, ать. Ладно, оп-оп, сюда. Onion рис. Кокос. Так, а это для свинюшек, да? Я так понимаю, корм. Карлс Каренти. Прям немножко другой даже дом. В чем прикол? Почему тут верстак, пила? Просто так? Ну ладно. Я поверю. Это просто так здесь. Еще домики. Это свекла, это сраная. Ну, у нас есть что выкинуть можно. Пластик, иди отсюда. Может, где-то детали для зиплайна? Мне нужно еще, блин, сколько? 3 штуки. Как-то грустно без деталей для зиплайна. А в воде что у нас? А, вокруг, кстати, есть это. Растительность. Надо будет поплавать, исследовать. Так, ну тут ничего нету интересного. Тут тоже. Ага, вот тут только наверху я не был. Ач! Не достал. О! Поднялся ради хлама. Такой паркур ради хлама. Это вообще не классно. И тут был, там был. Тут наверху был. Порох нам нужен, да? Надо запомнить. Камни, веревки, башня. Ой. У нас что? Как много лута, а? Вообще это очень... Опа, труба какая-то. Вообще это очень хорошо. Что у нас там? Что-то есть? Ничего нет. Не будем тогда изощряться. Тут у нас что? Вот, ламруда. Картопля. Варёвка. Так, супчика впорим. Хорошо. Хорош. Думал, застрял. Так, ну, вроде ничего такого. Это чё? Меня зовут Санджей. Похоже, у меня неприятности. Так, где-то собрал акваланг из велосипеда и старого шлема от скафандра.
Ага, так. Где-то повесил на костюм груз, который бы постиг глубже, но перестарался. Я качу ему воздух с помощью велосипеда. Если я найду, чем его заряжать, если меня посадят, вот так зарится моей невиновности. Санджи убежал в слезах, когда вытащил меня не по профессионализму. В воде много мусора, но я ничего не могу достать, жалко. Папа запретил мне подводный эксперимент, думаю, на самом деле он злится из-за того, что мама заболела. Доктор Хенри говорит, что ничего страшного, значит все в порядке. А... О, воздух. А он работает? Он же не работает, подожди. Как его качать? Как его качать-то? Тут что? Так, он еще на ту сторону можно подняться. Пойдем там посмотрим, что у нас есть. Тут нужно какой-то, не знаю, генератор поставить или что-то типа того. Вот, сюда еще можно. Оп! А что? А, я ж ничего нигде не ударил сюда. Эти. Кактус. Ля. Ящик. Ящик с ништячками. Это надо. Ну все, один слот остался. Так, и что у нас тут? Куча камней. А как выше? Вот так, да? А в чем прикол? Нафига сюда поднялся? Не понял сейчас. Я думал, тут типа, ну, раз отдельно, тут что-то есть. Тут что-то ничего нету. Ну, ящик был, конечно, это круто, и все. Или я что-то не понял? Да нет, вот. А, нет, вон еще с той стороны что-то есть. Что тут у нас? Рецепт барбекю. Кокос, готовая свекла. Картофель, рецепт барбекю. А это что? Что это? Объедки. Рецепт барбекю. Готовый картофель, кокос, готовая свекла. Не надо. А вот рецепт барбекю, это классно. Так, ладно, ну пойдем к плоту своему. Короче, нужен какой-то взрывной порох. Это раз. И два, нужно понять, как работает вот эта штука. Вот это вот. Или подожди, она накачала, наверное, воздух, да? Нужно будет сделать акваланг. Вот типа сюда, да? Да. Ага. Ниже еще есть что-то? Контейнер, контейнер. Ох. И еще ниже можно. Блин, как бы не сдохнуть. Так, взрыва... Точно, вот эти взрыворыбки. Вот с ними, наверное, из них, наверное, и добывается как-то. Это, скажи, я тебе скажу. Скажи. Порох. Ох.
Чертеж металлоискатель. Ключ от лазарета. О, деталь для зиплайна. Металлоискатель я и так научился. Так, а что мы можем в камни выкинуть? Нафиг можем. Чертеж металлоискатель. Ну, это я умею теперь. Так, а дай кое-что. Вот ты. Оп. 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 О, во, вот так вот. О, воздух. Так, и что я могу с вас собрать? Взрывчатый клей. Его, наверное, нужно... Ну, это же не порошок. Переплавить, наверное, нужно, да? Так, ладно, давай выбираться. Можно попить, пока я плыву? Да, почему нет? Ух. Хорошо. Правда, очень плохо. Блин, железо. Нормально, нормально, и так доплываем. Поверхность уже вижу. Блин, ну глубоко здесь, прикольно. Я и подумать не мог, что в такие места можно вообще залазить. Так, все, пойдем на базу, разгрузимся с этим всем. И нам пойду... Во, кстати, взрывной порошок. И ключ я нашел от медпункта. Я туда попасть не могу, все равно без зиплайна. И мне кажется, вот этот взрывной порошок. Где он? Ну-ка. Да, 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 да. Ты, падла. Почему именно этот угол ты грызешь, а? Так, сколько там? 53 минуты. Ё-моё. Сейчас, подождите. О! Щапочка. О! Ужас. Так, ладно, эти шляпочки мы оставляем. Дайте мне мою шляпочку. Верните. Так, эти сюда. Рецепт барбекюшечки, конечно же, вот сюда. Конечно. Так, соты собрали. Сот положили. Тут все готовое переложили. Тут сырое переложили. Еще готовое, подожди. Вот еще готовое. Тут у нас что получается? Доска. Еще пока ничего не получается. Это получается взрывной порошок, если тогда все, мы заканчиваем. А где еще бутылка? О, взрывной порошок. Так, вот здесь тогда сохранюсь. Продолжим в следующей серии. Будем дальше следовать остров. А ты подписывайся на канал. Жмяка на колокольчик, сука, на колокольчик. И оставляй комментарий. Увидимся в следующей серии. Всех обнял, приподнял, покружил, на место поставил. Всем пока.